друзья! Всем привет! Сегодня мы будем готовить креветки в сливочно-чесночном соусе. Нам понадобится 1 кг креветок, 250 грамм сливок, соль, кинза, пучок и 2-3 дольки чеснока. Так, нарезаем кинзу. Какой аромат пошел! Аромат Востока! Нарезаем чеснок миленько. Мы разогрели сковородку, добавили туда немного растительного масла. Креветки у нас варено-мороженые, мы их разморозили предварительно. Так, перемешиваем креветки. Это блюдо у нас готовится очень быстро, 2 минуты. Добавляем сливки. И закрываем крышкой. Как только у вас начинают пениться сливки, они у нас уже начинают, добавляем чеснок и кинзу. Перемешиваем и буквально 20-30 секунд. Сливки у нас закипели, накрываем крышкой и убираем с огня. Креветки готовы. Очень вкусно пахнет, аромат божественный. Вот этот соус, пальчики оближешь. Наши креветки готовы, будем пробовать. У меня нет слов, потому что это очень вкусно. Я не знаю, как передать вкус этих креветок, но от них не оторваться. Ну что, рубрика «Пробует оператор»? Быстренько накрывай на стол, а я побежала за пивом. За безалкогольным, на всякий случай. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Ну что, красота моя. Только я поставила креветки на стол. Тут как тут. Это ты будешь пробовать? Ты пробовать будешь? Ты будешь пробовать? Нет? В общем...